не захотел платить штраф, пойдет на исправительные работы. Жителю Вилючинска заменили наказание за уклонение от армии. Изначально суд города Подводников наказал уклониста штрафом в 100 тысяч рублей, которые тот должен был заплатить в течение 10 месяцев. Платить горожанин не стал, хотя уважительных на то причин у него не было. Мужчину признали злостным неплательщиком, теперь ему грозит год исправительных работ. Кроме того, государство будет удерживать 10% из его зарплаты. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.